В причинах еще одного происшествия в центре города аварии теплотрассы на Невзоровых выяснят надзорные органы. На сегодняшний день есть две версии, по которым могло произойти повреждение на улице Невзоровых. Первое – утончение локальных участков стенок трубопроводов вследствие их коррозионного износа. Вторая – прорыв кабеля по халатности подрядчика и остановка обесточенных подающих насосов. Эти два события произошли одномоментно. Владимир Панов поручил проанализировать, насколько сбалансированы инвестпрограммы теплоснабжающих организаций. Также нужно выделить организации, по которым идет рост аварийности в последние 3 года, заявил Владимир Панов.